Он еще не открыт, конечно, его нужно создать, придумать, как назвать. Шоколадки Милка, это тоже для маршмеллоу. В субботу у девочек пижамная вечеринка, да, можно так сказать? Девочки растут, девочки хотят свои отдельные каналы, я так понимаю, да? Вам уже вдвоем не интересно? Они очень сильно чешутся. Всем привет и добро пожаловать на наш новый влог. Мы со школы только пришли, и я делаю домашнее задание. Потому что они задавали это домашнее задание вчера, а я вчера не пошла в школу. Потому что... Вчера прогуляла. Прогульщица. Почему? Прогульщица. Ну потому что ты себя плохо чувствовала. Кашляла. Приболела. Все, еще кашляю. Это тебе задание давали? Да, вчера давали. Как? Вот это? То же самое сделать, просто здесь без квадратика. Угу. Понятно. Капкей, кушай. Ням-ням-ням. Какие у нас планы на сегодня? Сегодня нужно поехать за продуктами. Мне всегда этот чуб торчит, он мне так не нравится. Вот это вот, что это такое? Как его убрать? Не ложится, никак не причесывается. В общем, сегодня поеду за продуктами, буду закупаться. Буду закупаться ко дню рождения. Нужно купить все к тортику, для тортика. Что вы еще будет там? Конфетки? Что вам приготовить? Пицца. Я тоже пойду. Просто пиццу. Просто пиццу, какие-то там чипсы, да? Я тоже пойду. Конфетки, шоколадки. Да? Просто на стол так накрыть и будете подходить и брать ее. Ну вот, в общем, что-то нужно к столу. Потому что завтра мы поедем. Завтра мы поедем в торговый центр. И за продуктами не успеем, поэтому за продуктами съездим сегодня, а завтра уже за подарками. Вот. Бонь, ты гуляла? Может, ты гулять пойдешь? Иди гуляй. Я ее сейчас так отпускаю, она вроде как бы уже не убегает, как раньше. Ее зовешь, она прибегает. Телефончик убираем и занимаемся. Потом телефон возьмешь, когда сделаешь уроки. Так, все, готовы? Пойдемте, Каролина. Одна посидит, меня подождет, я быстро отведу Макса. А то он не хочет идти с девчонками. Ты прикалываешься надо мной? Ладно, пошли. Кого купили? Ну, мы купили Battle Pass. Потом мы купили эту пачку, потом эту. Короче, ребят, Ксюша, Каролина хотела сказать, Ксюша открывает свой новый канал. Свой личный канал. Игровой канал. Он еще не открыт, конечно, его нужно создать, придумать, как назвать. И Ксюша будет играть. Давно она уже хотела. Папа ей уже все установил. Угу. Все работает. Было видно, как и снимать. Пока. Идешь? Да, куда? В магазин? Какой? За продуктами? Идешь? Или нет? Все, обуваемся. Так, мы идем в магазин за продуктами. А у нас нет столько масок. Где мы возьмем столько масок? Там есть две. Черная есть. Маргарита ушла на гимнастику. А Маргарита с вами подружка. Подружка тоже ушла домой. А что Маргарита орала? Потому что она прыгала на батуте, а уже без 5-6, а ей в 6 надо уже там быть. Потому что... Она прыгает на батуте спокойно, потом залетает как сумасшедшая. Мама, я опаздываю! Все. А время уже 6. Да. Нет, подружка отдельно ушла, потому что Маргарита вылетела как ракета. Не подходит, это боты с одевай. Что тебе попалось? Дома пораньше. Миньон. Миньон. Дай. А тут игрушка новогодняя. Ням-ням. Мы только с магазина приехали. Ну так Ксюша тебе сделает. Сейчас покажу. Закупились. Ко дню рождения. Это конфетки. Что-то похожее на МНД. Чипсы. Две пиццы. Одна просто с сыром. А другая с колбасой, сыром и с грибочками. Так, еще
чуррос пожарить. Под школу взяла им. Две упаковочки попкорна. Потому что в субботу у девочек пижамная вечеринка, да, можно так сказать. Mm-hmm. Маргарита пригласила троих подружек с ночевкой. Вот, и будут смотреть они фильм, спать в зале, смотреть фильм и кушать попкорн, да? С грецкими. Сыр с орехами. Чё, чипсы? Маршмеллоу. Вот, девчонки еще хотят сделать в духовке, да? В духовке хотят испечь с шоколадом маршмеллоу. Это им тоже на субботу. Тоже на день рождения. Шоколадки Милка, это тоже для маршмеллоу. Хлопья. Такие хлопья. Ой. И вот такие куки с хлопья. Папина любимая шоколадка. Баунти и еще одна Милка. Я что, 4 Милки купила? Хватит вам 4 Милки? Угу. Я тоже в школу им взяла. А, мы печенье не купили. Зачем? Вот это пойдет? А, ну еще время есть, сходишь в этот... Фолк. Потом даже можно... 3 штуки можно вот так вот. Потому что она расплавится, растечется. Одна? Да, одна еще останется. Осталось. 3 штуки. И все остальное. И сверху маршмеллоу, да? И потом печеньками брать. Ну тогда придется за печеньками пойти тебе. Вот еще пакетик маршмеллоу. Суши. Family box. Мамуля. Мороженое. Папа купил фисташковое мороженое, ему же не нравятся фисташки. Кто купил фисташковое? Тебе нравится? Так, вот такое вот мороженое. Так, вот такое вот мороженое. Рожки. Пирожки. Две коробки. Здесь по 8 штук. Белый шоколад я купила для крема. Для тортика. Хочу крем один сделать. Ой, тоже. Это суши. Подожди, сейчас я уберу, потом будем кушать. Вот еще сникерс. Конфетки. Так, мороженое вот такое. Вот еще две коробки. Кейк. Как он называется? Crisp and cake. Купила еще какао для тортика. Я буду делать шоколадный торт. Я не знаю, я попробую сделать 2 тортика. Два? Да, Сипа. Но они небольшие будут, потому что... Вас будет 8, плюс еще мы. И, в общем, по маленькому кусочку у нас тогда. Покажи мне, я хочу. А как ты будешь выглядеть? Как ты их будешь выжимать? Вот я зажала. Вот. Как? Вот так вот двумя. Вот тут эти два пальца держат одну, эти два пальца держат вот другую. Давай, 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 попробуем. Попробуем. Так. Так вот. Да, вот так. Вот эти и вот так. Вот. Теперь бери. Мне нужна резинка сюда. Не трудно. Давай бери, какой ты хочешь. 7 грамм хмель. Инвер. Ты тоже суши хочешь? А уже все, нету. А уже все. А все, а уже все. А надо было раньше. Мака-мака. Так ты придумала, как канал будешь свой называть? Я. М? Давай, давай, думай. Пока не придумаешь, я не смогу его открыть. Нет, нормально. Пока ты не придумаешь, я канал не смогу открыть. Мама, я не знаю, ты говори. Спроси у кого-нибудь. Кого? Не знаю. Подписчиков. Подписчиков? Давай подписчиков. Инстаграм, давай. Девочки растут. Девочки хотят свои отдельные каналы, я так понимаю, да? Вам уже вдвоем не интересно. Ксюша хочет такую клавиатуру. Новую. Вот специально такую, для игр. Вот такую, которая светится? Да. Сколько вот она стоит? С чем-то. Не есть такие большие, которые мы же видели это. У нас там медиамаркт. Да, оно было тоже очень красиво. Но небольшие. Да. Да. Я в комнате. Я перед сном всегда мажусь вот этим вот кремом. Потому что мне здесь
прыщи, и они очень сильно чешутся. Ой, блядь! Можем. Ой, блядь, быстрей! Макс, пойдем разбудить. Помазали. Они очень сильно чешутся. Макс, переодевайся. Ты эту сумку ты тоже будешь носить? Конечно. Ну, ты завтра с ней пойдешь? Ну, значит, убери, что оно у тебя на столе лежит. Лишнее нужно убирать со стола. Тоже щетка для Бони. Сюда. Убери ее. Она же тебе мешает. Смотри, сколько всего лишнего. Как можно здесь что-то... Да кто рисовал? Это моя подружка. Это Хэллоуин. Кстати, Хэллоуин костюм. Вы себе выбрали Хэллоуин костюм? Нет, я время потом поздно будет. Я не пойду в тот магазин в дорогой покупать такие костюмы, знаешь, это китайские. За такие бешеные деньги. По 50, по 60 долларов один костюм, который можно купить за 10 долларов. Даже дешевле. Слышишь меня? Нет. Шкаф закрывай. Ничего, я сказала спать. Все, идем. Спокойной ночи. Пошли, давай. Спокойной ночи. Все, пока.